От того, насколько ты быстрее, выше и сильнее, зависит не только цвет медали, а еще и чья-то жизнь. Именно здесь лучшие спасатели отрабатывают профессиональные навыки. Каждый старт, каждое соревнование – это лишняя возможность проверить свою подготовку, проверить состояние, так скажем, готовности не только спортсменов, а в целом нашего гарнизона, проведения каких-то массовых мероприятий. Кроме этого, такое замечательное спортивное сооружение, оно в единственном числе пока в России, и не использовать такую прекрасную базу для занятий, для проведения соревнований, тренировок, это, я считаю, было бы абсолютно неправильно. В соревнованиях приняли участие спасатели Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, Республики Чувашия и Мордовии. Самый титулованный спортсмен, 12-кратная чемпионка мира Людмила Кирдишова на этот раз только поддерживала сборную нашей республики и давала ценные указания. Очень необычно стоять в такой форме служебной. Но, наверное, когда-то надо начинать. Обычно стоим в спортивной форме, запыхавшиеся. Помогать нашим участникам буду как можно, как всеми силами. Конечно, и душой, и физически. Очень хочется, чтобы сегодня здесь показали хорошие результаты не только наша команда, но и приезжие спортсмены. Одно из двух состязаний – 100-метровка с препятствиями. За каждым движением спортсменов внимательно смотрят судьи соревнований. Их здесь не меньше самих участников. Счет идет на доли секунд. Одна малейшая ошибка, и ты внизу зачетной таблицы. Ты стоишь на колодке, дается старт, потом ты преодолеваешь забор, хватаешь рукава, потом будет бум. Ты бежишь бум, соединяешь между собой рукава и соединяешь разветвление и ствол, который на поясе. Что пошло не так? Что-то пошло не так. На разветвлении немножко скопался. Вот. А так, в принципе, дорожка бегущая, надо просто делать свою работу и все. Выполнять все, что было на тренировках. Второй этап соревнований – подъем по штурмовой лестнице. Один из самых популярных элементов подготовки пожарных. Задача – коснуться пола верхнего этажа учебной башни. По итогам команда Мордовии заняла 3-е место на 100-метровке и 4-е в подъеме. Лидеры – команда Нижегородской области. Константин Курбатов, Игорь Гангаев. Наши новости.